Привет! И сегодня я иду в магазин. Вот такой он. Я сейчас, наверное, я не знаю, что я выбираю. Так, о, ну и тут и цены. Наверное, я куплю уточку Лола Фанфан. Но мне надо взять $100. Сейчас загляну в свой кошелек. $100 у меня нашлось сейчас. Да, держите. Держите. Вот. О, спасибо. Кулала Фанфан. И она мне очень нравится в магазине. Так. Я хочу купить кулечки за $5. Хорошо, сейчас возьму деньги. $5 моих. Сейчас вот все, я купила кулечки у меня такие. И идут куточки Лафанфан. Так, наверное, я хочу еще купить Изун. Сколько он? 50, нормально. Я цена. Сейчас дам деньги. Я еще хочу Барника купить. Так, я даю деньги и забираю. Вот я уже забрала Барники и Лизун, и у меня $100. Так, что я еще хочу? Так, я хочу зеркальце. Сейчас посмотрю, как оно смотрится. Просто идеально. Вот. Кстати, вы обратили внимание на мою новую прическу? Вот так, я его покупаю. Он $5. Хорошо. Так, сейчас пойду за моим кошельком. Сейчас приду я. Вернулась с $5. Держите, и все. И я выбираю все самое красивое. А вы хотите, чтобы так было? Например, в магазине какая-то одна вещь. Например, я покупаю в вот таком магазине, типа таком. Ну, только все, например, розовое или тот цвет, который вы напишите в комментарии под этим видео. Хорошо? Так, я выбрала зеркало. Ну, чтоб мне такое самое красивое выбрать. Кисси-мисси! Ого, $100? Ну, хорошо. Я куплю ее кисси-мисси. Сейчас беру $100. Так, оставляю кассиру, он потом заберет. Так, за $100 кисси-мисси куплено. И вот у меня такая пачка, вон мои деньги. Вот. Вот это все, что я купила. Конечно же, весь магазин я скупать не буду. Но я сейчас еще хорошенечко подумаю, что мне купить. Так, сколько стоит? Не знаю даже. Я, наверное, куплю ой, а что это шерстишит? Ой, еще новые товары подвезли. Интересно, за сколько эта кукла? Я не знаю, за сколько эта кукла. И еще Мишка. Я покупаю куклу. Сейчас спрошу у кассира, сколько. Сколько это стоит? $500. О, $500. Нормаленько. Сейчас возьму где-то $500. Пойду в кошельке сейчас возьму. Так, получилось 5 раз по $100. Сейчас ложу кассиру. Держи. Сюда ставлю.
и забираю куколку в мою кучку. В конце я покажу, что я купила. Так, сейчас я оставшаяся, я не знаю, скупать мне оставшаяся или нет, ну, не знаю. А как вам моя чёлочка? Такой бантик как бы. Ну ладно, буду покупать. Вот это ценники вот. Она стоила... Вот это я оставила. По $100. Так, я хочу вот эту вот игрушечку розовенькую. Она стоит $10. Хорошо. Вот она вот так звенит. Хорошо. Игрушки. Вот та розовая. И еще вот такая. И поэтому они берут 10 и выходит $20. И все, я их беру. И вот у меня такие уже две игрушечки. Так, что мне еще купить? О, блокнотик. Я в нем буду писать. Там такие странички, и он тоже продается. Круто, покупаю. Он за $5. Хорошо, покупаю. А потом в конце я все, кассир придет и все деньги заберет, то, что я ему оставила. Я еще хочу купить этого снеговичка. Вот, я его уже купила, оплатила. И я буду показывать не все то, что я купила, потому что это видео будет очень длинным. Так, и я хочу... Так, блокнотик, я уже его купила. Так, я еще хочу, наверное, такой мячик за $5. Хорошо, купила $5. Так, я еще хочу купить вот такого. Ну, еще куплю. Он за сколько сейчас? $10. Хорошо. Все, я его уже купила. И вот я беру еще, ну все, я уже больше ничего не беру. Смотрите, сколько я потратила. Так много? Ну и теперь где кассир? Я его жду, когда он придет. Вперед, деньги. Уже пришел и уже начинает забирать. Пока! Всем пока! Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. И всем пока!